Всем привет! Хочу поделиться очередным приобретением со страхового аукциона. Это 2008 год. Volkswagen Touareg. Автомобиль был приобретен на страховом аукционе с минимальными вот передними повреждениями. Их в основном и не видно. Сразу же покажу работу двигателя. Работа двигателя хорошая, масло чистое, где-то проблема с трубой, потому что звук исходит оттуда громкий. Фара вот так смещена у этого автомобиля, вот так болтается, ее не закрепили. По переднему бамперу вот такие вот имеются притертости. Резина у автомобиля хорошая. Все колеса, вот я вижу, в порядке, их недавно поменяли. По дверям имеются такие сколы и царапины, как мы видим. По безопасности автомобиль полностью целый, все на месте. На заднем бампере автомобиля отсутствие бортроника, крышка багажника имеет вот такой вот ударчик, можно назвать так. Фонари задние целого автомобиля. С водительской стороны все тоже отлично, минимальные такие вот сколы и много вот таких вот дентов, вмятин присутствуют на дверях. Зеркала все целые, стоят на месте, не болтаются. Подъемники у нас все рабочие. Покажу пробег на автомобиле. Так, на автомобиле у нас всего лишь 118 тысяч. Ошибок по мотору нету. Работа двигателя хорошая в этом автомобиле. Ну, на этом все. Всем пока.